Это фандю! Это фандю! Здорово, ребятня! С тобой великий обзор! Игруха No Man's Sky, часть вторая! Она наконец-то вышла! Ладно, приорал. Просто называется игра Planet No Man's. Planet No Man's Sky! В общем, эти ребята, походу, слизывали No Man's Sky. Но, блядь, игра пиздец как похожа. Вот вылитая и картинки, и вот все. Так. Ну, а что я могу сказать? Это альфа-версия еще. 03.1. Альфа, еще альфа-версия. Игруха должна выйти, предположительно, в 2017 году. Но уже сейчас разработчики нам предлагают ее опробовать. Зайти, поглядеть, написать в форуме, что вы думаете. Ну, я надеюсь, что эта игра будет лучше, чем No Man's Sky. Это уродственник. Вот реально. Я в это верю. Тоже генерация мира, тоже есть. Как они написали. То есть сейчас у меня был сгенерирован слегка мирок. Нас сразу вот какая-то херовина, которая что-то будет делать, да? Ну это же альфа-версия, понятное дело. Ух ты! Ух ты, ребята! Нифига себе! Прикольно. Так. Это альфа. Мы... сюжет таков. Наш корабль потерпел крушение, и, блядь, началось. Ну, что-то схоже на No Man's Sky, нет? Не пилит. Ну, в общем, почву он точно пилит. Прикольно. Так. Я думал, это какие-то животные. О, у нас тоже рюкзак есть. О, нифига себе. Ха-ха, нифига, ребят, смотрите. Обалдеть! Прикольно. Короче, No Man's Sky 2. Я думаю, это будет настоящий No Man's Sky. Здесь можно будет строить. Базу строить. Вот уже что-то есть. Такой Майнкрафтик. Так, а это что? Во! Ну-ка, третье. Четвертое. Так. Шестое. Колесо. Ну, уже прикольненько. Так, а ты у нас что? А, все. Залазить можно на эту хрень? Да, О, наш чувак. Ах, вот оно что, затовак. Короче, можно будет построить вот такую хреновину. Блин, мне уже игра нравится. Я ее жду, того родственника. Тут, сука, конструктор. Тут уже говорят, как построить. Рассказывают, да? Это наш чувак. Ну-ка, це. Ну тут рассказывают, да. В общем, из этого всего нужно будет построить нам аппаратище. Во, он садится. И начнется стройка. Так, а как убрать все то, что ты
якобы построил, уничтожить. Что это такое? А, это, видимо, проверяет. Ну, в общем, надо будет построить. И поехать. Ну что, ребятки? У меня предчувствие, что это будет что-то стоящее и обалденное. Но, тоже, как говорится, доверяй, но проверяй. Разработчики бывают так лошат нас всех. Обещают всякого, а потом... Но мне уже нравится. То есть, если будет выбор сейчас, уже готовая игруха. Вот эта вот игруха, иноманская. Я, конечно же, выберу эту игруху. Вот. Короче, у нас есть No Man's Sky 2 улучшенный. Но это только альфа-версия. Вы представьте, что будет у настоящей, полной. Поживем, увидим. Ну что, с тебя лайк, дизлайк и подписка, ребятки. Советую скачать альфа и чуть-чуть погонять, потупить и сообразить, что как почему. Покидывай. Yeah.